Водитель УАЗ Патриот пикап опасно обгоняет по обочине, оставляя за собой шлейф из пыли. Благо машину не занесло и все обошлось. Автохам попался под прицел камеры на дороге Березники-Соликамск. Правда, срок привлечения к административной ответственности, к сожалению, уже истек. Но привлечь подобных нарушителей к ответу несложно. Главное не медлить и сразу же направлять в ГИБДД фото или видеодоказательства увиденного вами нарушения правил. Необходимо предоставить информацию в отдел межмуниципальный Березниковский на 5-13. Ваше заявление будет принято, соответственно, со всеми материалами, которые вы предоставите. Для того, чтобы правонарушение было зафиксировано, нужно будет сообщить, по какому адресу совершено это правонарушение, соответственно, дата точная и время. Что касается нарушителя, которого мы показали накануне, инспекторы ГИБДД заинтересовались видеозаписью, так что автохаму стоит ждать письма счастья со штрафом в 2000 рублей.